Алоха, братья и сестры, Владос на связи. Сегодняшний видеоролик хотелось бы начать просто с нереальной новости. Новость будет заключаться в том, что нам наконец-то добавили просто обалденную и крутейшую акцию, которая называется «Удвоенные цепи». Кто не знает, может кто забыл уже, акция заключается в следующем. Покупая пак на 800 цепи, вы получаете бонусом 800 цепи. То есть вы заплатили за 800, получили 1600. Если вы покупаете 2000 цепи, получаете 4, а заплатили вы как за 2. Но вы поняли суть акции. Господа, данная фишка, данная акция и данное бомбическое предложение бывает, наверное, только раз в году. И я очень рекомендую воспользоваться данной акцией. Что еще немаловажно, братва, это то, что данную акцию можно применять абсолютно на любые аккаунты. То есть даже на те, где магазин с цепишками по факту закрыт. Это просто чума. Братва, если вы хотите затариться максимально выгодно цепишками, лучшего времени нет. Нужно действовать сейчас. Если вы зададитесь вопросом, кто же может нам оформить данную акцию крутейшую на наши аккаунты, я вам отвечу на этот вопрос, естественно, Lumumba Shop. Это мой телеграм-магазин игровой валюты. Если вам нужно оформить данную акцию и много других интересных вещей, заходите, обращайтесь лично ко мне, я лично вам на ваш аккаунт все залью с безопасностью, с гарантией, что тоже немаловажно. Так что, братва, не теряем времени, если вас заинтересовала данная акция, делаем Let's Go по ссылочке в описании. Так, хлопцы, делаем ветер. Ё-моё, блядь, Костяныч, главное вовремя, блядь, здорово. Здорово. Что там, пизда уже, да? Да тут все роботы. Это красава, ты вовремя. Это мой, уйди. Вовремя. Ух ты, блядь, у меня жопа, парни. Можно немножко хелпы? У меня патронов нет на оружие. Ну все, уже похер, я уже сделал. Спасибо, Палпи. Костяныч. Найкаса забрал. Почти растерялся пока, блядь. Сыроват немножечко я. Сыроват. По фактам говорит. Таки да. Ты. У меня, блядь, какой-то диссонанс. У Дамира очень громкий голос, а у Костика очень слабый голос. Я имею в виду войсе. И меня то бьет по ушам, то я нихуя не слышу. Такой. Я тут ни при чем. Да, как бы обвинений особо нет. Просто хочется найти баланс в этой жизни, блядь, брянной. Братва, не забывайте лайкосики прожимать. Ну, по факту. Иногда на это можно жизнь потратить, блядь, в поисках. Баланс этого. Опа. Дядьки, тетки. Прыгает еще что-то. О май гад, сука, кукушку. Блять. Ладно, две шевышки будет. Я ее у тебя спиздил, да? Так, хер с ней уже. Не специально. Верно. Так, Фоксик, почитай по возможности. По возможности все почитаю, родной, будем сегодня на серьезных щах катать, да и в принципе всегда. И когда я буду там в соплях уже валяться, на. Тебя прощения попрошу. Вау. Это мое извинение. Принято на все стоп крабкапком. Блять, ну вы, конечно, давай. На нас упал тип. Да, бачу. Добейте еще, бляха, му. Ну, конечно, сейчас хавает полностью. Тип просто приземлился и охренел от этой жизни уже. Там, блядь, спрятался, а ладно. А он уже по нашли. Этот. Костяныч на пол патрона взял его и добил. Пол патрона. Ни брони, ни патронов, ничего нет. Так а нахер ты мне отдал кинетику? Я ее не играю. Понял. Так тут чекни, может тут что-то есть. Вон ящик валяется какой-то. Останется что-то с ними. Все, погнали на улучшение заберем. Го-го-го. Тут кукушка лежит, слышишь? Так забирай что-то. Я у уже... меня есть. Да, я тоже с швешками пока побегаю. Сейчас не очень-то и хотелось, знаешь, как говорится. Ну и ладно, два раза не предлагаю.
понял. Так а вот этот, что у тебя, Костяныч, за уровень сейчас? Ранг, ранг какой? Мастер есть уже? У меня гранд-мастер первый. Нихера себе, ты что, блядь, ты спишь вообще или не в этой жизни? Алло. Ну тут есть. Я когда-то апнул Диего в Алькатрасе за 2 дня в том сезоне. Ну ты маньяк, я тебе говорил уже об этом. Ты маньяк. Спасибо. Это не комплимент, брат. В нашу сторону машина едет. Бля, куда я сел? Господи, чисто случайно хотел на мопед сесть. Этот самый, соло-мопед. Подожди. Кусь, ты вообще на другом краю географии. Кто? Взрывай, взрывай, взрывай. Хорош. Насыпали типу за шиворот прям. Такс. Бля, можете меня прикрыть, пожалуйста, я в ФК уж хожу. Надолго? Да нахуй. Недолго. Мы еще не доехали к тебе, если шо. Мне что-то, кстати, этот подлагивает немножечко. Костя пылесосник, надо тебя назвать. Подъехал, отпылесосил все и поехал. Поехали. Так, я тут. Спасибо большое, что прикрыли. Мы еще не доехали к тебе до сих пор. Ну, если так. Если кто, ну, если кто будет спрашивать, ну, мы в пути. Кто со скрытым ником? Шаха, ты что ли? Скорее всего, да. Посигнал. Шаха, хватит шифроваться. Давай вырубай этот стримерский режим. Страна должна знать своих героев. Сзади, поехали, брат. Там типы бодаются. Господи. И мопедом так, переехали. Его мне, у меня нихуя нет. И мопедом переехали. И насыпали два мешка этих патронов в голову там боту бедному несчастному. Спасибо. Там вертолет на дрон. Так, надо туда ехать уже, их вафлить уже. Едем, едем, едем. Ну ты, конечно, Костя, и маньячел. И вовремя звонят, и доставка вовремя приходит. Ну а ну что, знаешь, обожаю закон подлости, он не бдит, он сразу понял. Ага, чем-то занят, понесла сейчас. Ага, Армагеддон. Это Шаха, я понял, только он так умеет делать. Братья, мы доедем до лута, че не, Костяныч, ё-ма. Куда ты едешь? Я за вертолетом. Бля, поехали уже, чепушки свои возьмем, что нахер мы еще встретимся там, если он доживут. Давай хотя бы за этим. Хотя бы сборки возьмем. О май гад. Врубайся в него прям. Бам. Ёпт. Спасибо. Класс. Чуть не убил. Так, я снайпер возьму. Шаха, там зомби. Я с ним не хочу драться. Ты-ри-ты. Шаха, это ты? Нет. Не знаю. Попибикай, Шах, если это ты. Ну вот, видишь, это он. Да. На вертак поехали дерево во флит. Я готов, я со снайпой. Бля, я, короче, игру снес, понял? Ага. У меня теперь этот Один М4. Да, у меня все оружие практически такое. А. Я давно уже тоже сносил, перезагружал и удалял файл. Да, я вчера сносил игру. Потому что она лагает, как собака, да? Жестко, да. Не только у тебя, у всех она лагает. Сколько там уже? 60 гигов? Подлагивает. Есть такой момент. Сколько она сейчас уже весит там? 60 гигов суммарно? Всем привет, один, удачи, да, на стриме. Картоха, без спасибо. Того. Без чего? Повышалки. Я Шаху проебал. А, нормально. Поехали, Костян. Блядь, подожди. Ты можешь назвать? Сзади он по этому вафлять там, ну. Подожди. Она ботва, ёпта мать. Да вы там ты с кем бодаете? Вышло. Что ты кажешь? Шо-шо?
ты так не кажешь, что одна ботва. Буде як на прошлом стримі. А, так я ж спеціально, я байчу, брат. Байчу сили, щоб було эти. Ну, щоб ми покатали хорошо. Наш розогрець, а як з ботами розогрійся, ну як? О, бля, ще один лут, ёпта. А, він пустий, клас. Так, пойду я улучшалку возьму. Та они уже на ферме, да, вот это вертолёт цей сраный? На фундосе, да, на ферме. Так, у меня день хреновый просто очень. А что случилось, картошка? Что сталося? Блядь, шаху еще. А куда ты поехал, алло? Секундочку. Сальтухи будем крутить? Вау. Да. Класс. Вопросов нема. Ну типа одобряем. Бля, подожди. Шаха сальтуху сделал. Повыпадали все сопли, да? Да, у него да, у меня класс. Нет. Класс. Не, ну это да. Шаха ж так же шарит в парковке, как и я. В парковке и трюках. Игра лагает, лаги жесткие. Не, это нормальная система. О, танк, на танк, нам на танк надо, Костя, нам на танк. Уху, еее, вот это было феерично, боковое какое-то. Кто ты, воин? А что, танкист вафли уже? Еба. Старый, мы пропустили все веселье. Ой, я его бачу, я его зараз... А, их там трое, стой. Подожди. Сука, один патрон остался, разбит, броня в ноль. У меня просто пальцы еще сырые, я не могу. А, все, добил. А... Беру свои слова обратно, пальцы заработали. Ох, ебать. Вот там наверху ревенджер аккуратно у них. Я почувствовал. Бля, по мне работает, ёб твою мать. А кто зажимает? О, это добил. Да подожди, нас там щемит еще один склад, по-моему. Да. Так, по мне снайпер отрабатывает. Тут тип. Ух ты, сука, там где-то блядь. Снайпер снизу. Еба. Вон они вот в тех кемпах. Там сквад, если шо. Фликай, блядь. За этот. Лучше. Ох, ебать. Боку и спереди, и в жопу, и в рот. Ой. Нормально, это стандартная геймплей в этом. В королевской битве. Лайдер здесь работает. Не можу найти, если метку достать, вообще буде класс. На 353. Ага. А где он, наверху где-то ж? Не знаю. Понял. Блядь, не, спина. На него выскочил. Там зашел. Так. Шо вы там вообще рассказываете, как у вас дела? Шахи пизда сейчас буду от ревенджера. Секунду, я вижу, типа огнеметский хер. Он в дроби, если чё, один. Да, я слышу уже. Бля, мои патроны силы. Лучше, ещё щемят. Вот. На меня дым дайте. Не поднять. Шаха красава. Все, добрал. Меня поднять не забыли, попцы? Я к тебе, чедут давай уже. Давай тут. Дым кидай же, ё-моё. Снимайте. Класс. Меня не лутайте, пожалуйста, он там лут за баром. Шахимия. Спасибо, хлопцы. Да, это мой. Не магазинов. Уйди. Так ты, блядь. Где от моего лута? Кыш. А, тут я понял. Блядь, задывайся в чате, ё-мо. Так, я там увидел, по-моему, кого-то. А в самолете тело, если чё. Да, есть. Я? Я же аварию здесь бачу.
Заня. Понял, отлетел, тип. В окне, да, второй этаж, чиня. Я забрал. Лучший. А я гранату кинул как раз вовремя. Так. Я играл с Румумой, блин, забыл его имя. Владос меня... Ванечка, Владос меня зовут. Владислав, Владиславчик, Владюшка. Это вообще не оставляет ни шанса ни одному боту. Давайте пас. Спасибо. Где, покажи. Там не кирпичи, а вижу. Минус броня. Разбитый полностью. Бедный мальчик. А, это тот, что был. О, шаха поймал. Крайнего бачу. Все, ботик. Все, это была неплохая разминочка.